Вы знаете, это очень сложный момент. Я считаю, что пока не нужно. Непонятно, что там произойдет дальше. И пока где отдыхают в Хургаде там, или других курортных городах, вроде бы более-менее спокойно. Но на самом деле исламисты настолько ведут себя агрессивно, что если начнется там, скажем, огонек, то, а он же начался, то будет огромный пожар. Надо отдыхать у нас. У нас есть Сочи, у нас есть Крым, у нас есть замечательный курорт. И сегодня к Олимпийским играм мы готовим роскошный курорт Сочи, где можно отдыхать своим гражданам. И понимание языка, и многонациональные отношения, и понимание каких-то культур. Это все и отдых, и солнце, и все прекрасно. Поэтому я бы не рисковал. Наши просто всегда экстремалы и едут туда, где их не просят, где им советуют не быть. А потом начинают жаловаться, что их никак оттуда не могут забрать. Вот я считаю, что пока не стоит. Пусть там все уляжется, а тогда уже посмотрим. Отдыхать можно, но не там, где нам не советуют. Я считаю, это глупо.